Ждем, когда высохнет, буквально час, и будем покрывать лаком. Так, а мы продолжаем. Нужен такой лак, Невская палитра, лак для Патали. И берем, просто покрываем. У меня где-то здесь сантиметр остался на баночке. После лака, конечно, будет меньше блестеть, но все равно золото будет точно блестеть, серебро. Так, ножки потом отдельно можно еще высыхание, и можно будет покрыть вторым слоем, потому что этот лак очень жидкий. Ждем. Так, вот у нас прошло минут 15 буквально, когда теплая погода, сохнет быстро. И покроем мы второй раз. На этом все, пока.